33 года назад в нашей Вселенной появился новый социум. С каждым годом он становился все больше, шире и крепче. И в итоге сейчас это уже высокоорганизованная планета. На 6 континентах трудятся тысячи людей. Их упорное стремление к собственной цели – большое в малом, малое в большом – это и есть залог общего успеха. Группа компаний «Социум» основана 10 июня 1988 года в день вступления в силу закона о кооперации СССР. «Социум» основан ученым-промышленником Игорем Равчем Ашурбели. В этом году «Социуму» исполняется 33 года. 6 континентов, на которых бурлит жизнь «Социума». Производство. Недвижимость. Банк. Безопасность, сельское хозяйство, благотворительность. Транспортное сообщение на планете «Социум» обеспечивает компания «Престиж Сервис Групп». Предприятия, оснащенные современным оборудованием, производят приборы для нужд Министерства обороны, Роскосмоса, Объединенной авиастроительной корпорации и других потребителей. Наше производство изготавливает сложное медицинское оборудование, системы учета нефтегазовой и пищевой промышленности, приборы учета для ЖКХ, различные датчики информации, системы климатического контроля, промышленную мебель, электрокотлы и многое другое. Мы в прошлом году и в этом, конечно, усиливаем кооперацию между предприятиями холдинга «Социум», привлекая другие заводы к кооперации с ПЗ в части выпуска продукции гражданского назначения и, в принципе, в части выпуска продукции специального назначения. Эта кооперация поднимается сейчас на более высокий уровень, чем она была ранее. 10 предприятий холдинга занимаются недвижимостью. Они предлагают для аренды помещения разной площади и различного предназначения, а также предоставляют все необходимое для их обслуживания. Оказывают телекоммуникационные и IT-услуги, занимаются производством, транспортировкой и сбытом энергоресурсов. Общая площадь объектов более 500 тысяч квадратных метров. Ротация площадей была 60 тысяч квадратных метров, больше 60 тысяч квадратных метров. Это говорит о чем? Что у нас 33 тысячи квадратных метров было съездов, и при этом сдали мы в пандемию 27, более 27 тысяч квадратных метров. То есть мы удерживали наших арендаторов, мы находили новых арендаторов, ротация достаточно объемная была, но мы выдержали. Континент Банк – это континент денег, которые, как известно, любят, чтобы их считали. Универсальный коммерческий банк с активами, превышающими 2 миллиарда рублей, и собственными средствами более 1 миллиарда рублей. За 2020 год совершено более 66 тысяч банковских переводов по поручениям клиентов. Банк предоставляет полный комплекс банковских услуг как предприятиям малого и среднего бизнеса, так и физическим лицам. Банк обладает универсальной лицензией на совершение банковских операций, является профессиональным участником рынка ценных бумаг, а также участником обязательной системы страхования вкладов. В селе Хирино Шатковского района Нижегородской области с 2014 года запущен многогранный объемный проект, в котором есть и социальная составляющая, и благотворительная, и коммерческая. Это уникальная для России работа по возрождению села, повышению качества жизни людей. Это забота о коренных жителях Хирино и привлечение сюда молодежи. «Социум Агро» занимается животноводческой и сельскохозяйственной деятельностью. Оказалось, что при правильной организации это до сих пор выгодный бизнес. В этом году был обновлен парк комбайнов и тракторов. В 2020 году средняя урожайность зерновых в «Социум Агро» составила 20 центнеров с гектара. Мы наладили производство розлив питьевой воды, переработку мяса и рыбы и выращивание клариосома. Это продукт аквакультуры. На сегодняшний день у нас 40 позиций, которые мы продаем в нашем магазине под брендом «Хиринские продукты». Храм святой преподобной мученицы Елисаветы в Покровском Стрешневе был восстановлен по личной инициативе ученого, предпринимателя, общественного деятеля, а ныне ктитора храма Игоря Рауховича Ашурбели. В храме хранятся частицы мощей святой Елисаветы –
ее спутницы, святой инокини Варвары, частица креста Господня в Гаденовском кресте, а также единственное в России собрание частиц мощей всех 12 апостолов. К нам может подойти и прийти в любое время человек, как оцерклённый, так и полный атеист. И примем мы любого с душой, поможем и словом, и делом. На всех континентах социума уже сформировались свои традиции и обычаи, сложился свой общественный характер и душа. Холдинг вкладывает значительные средства в развитие культуры. У нас очень крепкий профессиональный состав, как в финансовом блоке, так и в производственном блоке. И, можно сказать, все члены коллектива – это одна единая команда, и люди нацелены на результат. В социуме, как и в любом государстве, в основе всего лежит закон. Тысячи официальных бумаг, договоров, контрактов. Над этим ежедневно трудится целая команда юристов. В 2020 году, несмотря на пандемию, все задачи, которые были поставлены, были решены. И в 2021 году у нас много проектов, которые мы уже начали реализовывать. И, может быть, гидрометцентры нам предскажут плохую погоду в этом году, но я думаю, что и лето, и осень юридическому подразделению будет жарким. 2020 год стал непростым как для многих предприятий, так и для экономики всего мира. Несмотря на это, холдинг удержал общие экономические показатели. В нашем холдинге создана централизованная бухгалтерия, которая является элементом управляющей компании. Централизация бухгалтерии позволила формализовать учетные процессы, исключить ошибки в бухгалтерском учете и расчете налогов, оптимизировать кадровую структуру и решить вопросы взаимозаменяемости персонала. Наши сотрудники являются профессионалами своего дела, основной принцип работы которых – внимание к любой детали. Наш девиз – точность и аккуратность. 33 года назад социум состоял из 3 человек. Сейчас в холдинге тысячи работников, сотни специальностей, десятки подразделений. Именно люди – главное достояние корпорации. Девиз нашего холдинга – человечность и компетентность. Это значит, что у нас работают не только высококлассные специалисты, но и хорошие люди. Каждый день наши люди выходят на работу, чтобы сделать мир лучше. Они вытачивают детали, разрабатывают новые IT-технологии, производят продукты питания, настраивают измерительные приборы, охраняют важные объекты, занимаются поставкой электроэнергии, предоставляют кредиты, печатают газеты, проводят научные исследования и помогают людям поверить в себя. Каждый из них полностью отдает себя работе. Потому что каждый из них знает, что большое в малом, а малое в большом.